Большую роль в реализации задач, поставленных в статье президента «В будущее через духовное возрождение», должна сыграть творческая интеллигенция, считает доктор исторических наук профессор Мамбет Кугельда. По мнению ученого, Казахстан обладает всеми возможностями воплотить эту идею в жизнь. Президент жаңа жаңғыру бағдарламасын ұсынып отыр. Президент предлагает новую программу возрождения. Мы ее полностью поддерживаем, потому что она сегодня очень важна и необходима для нашего общества. Что же касается реализации этой программы, то здесь возможностей предостаточно, потому что у нас есть самое главное – крепкое государство. Все остальное, я считаю, зависит от нас самих.